Главврачом Березняковской больницы стал Руслан Кулаков, исполняющий обязанности главврача краевой больницы. Сегодня избавился от приставки ИО. Напомню, в начале марта бывший руководитель медучреждения Роман Конев покинул свой пост. Его обязанности возложили на Кулакова Руслана Жановича. Ранее доктор занимал должность заместителя главного врача по хирургии. С сегодняшнего дня Министерством здравоохранения Пермского края Кулаков официально назначен главным врачом учреждения. Основная задача на сегодняшний момент, я считаю, привести в нормальное состояние функционирования спокойного коллектив веренного мне учреждения. Я перед собой вижу задачу, повторяю, привести в порядок кадровый состав. Каким образом? Это в определенном проценте вернуть тех людей, которые работали в больнице. И поработать над вопросом привлечения извне.